Изучив материалы уголовного дела, исследовав доводы апелляционных жалоб, выслушав мнение участников судебного заседания, судебной коллегии руководство статьями 379, значками 13, 20, 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определил. Приговор Кировского районного суда города Саратова 27 мая 2016 года в отношении Смирнова Матвея Александровича оставить без изменения апелляционной жалобы без удовлетворения. Постановление Кировского районного суда города Саратова 20 июля 2016 года об оплате экспертной специализированной организации Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу УФА судебных расходов по уголовному делу по обвинению Смирнова Матвея Анатольевича в размере 29 322 рубля 30 копеек из средств управления судебного департамента Саратовской области и изыскание со Смирнова в порядке регресса судебных расходов по уголовному делу в сумме 29 322 рубля 30 копеек в счет федерального бюджета отменить и направить уголовное дело в части рассмотрения ходатайства генерального директора экспертной организации Родионова на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда.